Примените эту технику, если вы хотите в 2024 году выйти замуж. Возьмите лист бумаги и просто напишите где-то 50-60, просто бесконечное количество пунктов, какие качества вы хотите видеть в своем мужчине. А теперь все эти качества примерьте на себя. Если вы хотите видеть рядом с собой успешного, богатого, спортивного, красивого мужчину, а вы сама успешная, а вы сама богатая, хотите щедрого, вы щедрая. И если вдруг какие-то качества у вас не совпадают, то нужно начать работать над собой и изменять эти качества в себе, а не искать человека, который будет идеально вписываться в ваши рамки. Подпишись, здесь много полезного.